Добрый день, друзья! Мы пришли к страусятам! Илюша, посмотри, как они уже выросли! Уже совсем взрослые! Вы помните, друзья, как Ангелина гуляла с этими страусятами? Да? Ну, давай проведаю их. Давно не были у них. Ангелюша. Нет, скажи, я найду, чем мне еще тут заняться. Хозяйка пошла. Ну и куда ты? На лестницу. Сейчас, скажи, я посмотрю на кладку страусов сверху, да? Скажи, мама, покажи мне, вон яйца страусов в гнезде лежат. А, сейчас покажу. Скажи, вот так можно подняться здесь, да? И посмотреть, может быть, у нас... Самые прочные. Вон, друзья, новая кладка у страусов. Ангелюша, смотри, у нас будут, скажи, новые страусята, если мама их не бросила и высидит. Иначе нам придется опять за ними ухаживать. Потому что мама сидит отдельно. Вот она. Скажи, пошли маме, скажем, ну-ну-ну, что нельзя бросать своих детей. Друзья, эта страусиха приняла наших страусят подкидышей. Но я, честно говоря, ни разу не видела, чтобы она высиживала свои яйца. Ты медитируешь? Ты знаешь, что нельзя бросать детей? Почему ты не высиживаешь? Почему потом страусят? Нужно, чтобы... Ой, побежал. Страусенок вон тоже сел. И второй бежит. Тебе тут вон сколько накидать. Ой, бежит. Смотрите, какая прелесть. Какие они уже. Татошка и Кокошка. Да? Татошка и Кокошка. Скажи, мы уже большие. Приезжайте и смотрите наших страусят.